Вечные скидки. Всем привет! Многие уже начали украшать дом к Новому году, этому волшебному празднику. А какое же волшебство без мерцающих огоньков? Придать романтике и таинственности помогут гирлянды. На сайтах сейчас их продают по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Выбирая гирлянду, прежде всего нужно подумать о ее безопасности. По статистике пожарных, каждое 18-е возгорание в новогодние праздники происходит по причине замыкания елочного украшения. Первые гирлянды должны быть изготовлены на основе светодиодов LED. Далее стоит определиться, где будет использоваться гирлянда – на улице или в помещении. Если планируется монтаж гирлянды на улице, то степень защиты такой LED-гирлянды должна быть не ниже IP44. Чем выше степень защиты IP, тем надежнее и безопаснее гирлянда. На сайте Озон новогодняя гирлянда шторы сейчас продается со скидкой в 27% за 399 рублей. Цвет светло-желтый, длина и ширина 150 сантиметров. На сайте Wildberries гирлянду штору сейчас можно купить за 385 рублей. Ее прежняя цена – 1000. Длина и ширина 150 сантиметров. Есть выбор цвета. Гирлянда выполнена в белом, желтом, а также в синем цветах. У всех гирлянд есть 8 режимов свечения. Лампочки не бьются. На сайте AliExpress гирлянда шторы сейчас продается со скидкой в 75% за 732 рубля. Ее прежняя цена – 2930. Гирлянда белого либо голубого цвета украшена снежинками. На сайте CityLink гирлянда Twinkle Light сейчас продается за 300 рублей. Нить состоит из 25 ламп, длина 4 метра. Гирлянда состоит из общего провода с последовательно расположенными коротенькими отводами, направленными в разные стороны, на концах которых расположены яркие светодиоды – 8 режимов свечения. На сайте Leroy Merlin электрогирлянду «Ажурные шары» сейчас можно купить за 162 рубля. 10 крупных шаров, будто покрытых узорами ине, дополнят украшение елки или новогодней композиции из веток. Изделие можно использовать в качестве дополнительного источника мягкого ночного освещения, разложив на праздничном столе, закрепив на дверцах мебели, раме картины или зеркала. Длина изделия 32 сантиметра. Мощность гирлянды должна быть указана на бирке, которая обычно прикреплена у вилки изделия. Прежде чем оплатить покупку, попросите проверить работу гирлянды прямо в магазине. По приезду домой дайте гирлянде согреться, не включайте ее с мороза. Не оставляйте работающую елочную гирлянду без присмотра, тем более если дома есть маленькие дети или животные. Не забывайте ее отключать от сети, уходя из дома. Если вы используете гирлянду на улице, распутывать ее следует в теплом помещении, так как при распаковке на улице риск повредить гирлянду вырастает многократно, а эксплуатация изделий с поврежденной проводкой запрещена. Перед установкой следует убедиться в правильности напряжения питающей сети и наличии защитного устройства, что обеспечит общую электробезопасность конструкции в случае непредвиденного повреждения изоляции. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки.